На канал Экзегет поступил следующий вопрос. Как избавиться от навязчивых мыслей? Ну, скажем так, что навязчивые мысли свойство не только больным людям, которые страдают неврозом навязчивостей. Навязчивые мысли бывают в норме ну, почти у каждого человека. Они бывают при переутомлении, они бывают, когда человек в целом ослаблен какой-то болезни, и психика его ослаблена. они бывают ну, по действию вражия, потому что иногда дьявол нам навязывает какие-то дурные мысли, которые навязчиво крутятся и от которых трудно избавиться. И в самом термине навязчивость и навязчивые мысли и есть объяснение проблемы. То есть это навязывается. Это что-то постороннее, это то, что нам не свойственно. Как избавиться от этих мыслей? Заставить себя думать по-другому насильно не получится. Потому что мысли, они навязываются, они привязываются, они как бы приклеиваются к нам и крутятся в голове одно и то же. Ну, их не будем перечислять. Навязчивые страхи, навязчивые сомнения, навязчивые обрывки фраз, навязчивые желания и так далее не так важно. Важно, что делать, когда они есть. Чтобы избавиться от навязчивостей, ну, во-первых, надо осознать, что это навязчивость, что это не твоя мысль, это чужая мысль. То есть отделить от себя эту мысль и как можно меньше внимания ей уделять. На что это похоже? Ну, можно представить себе людей, которые ругаются на улице, и мы не можем их остановить. Нам неприятно слушать, что они ругаются. Неприятно. И не всегда можно сразу прийти на другую сторону улицы. Но мы же не относим, не относим это к себе. Они между собой ругаются. Это не наше. Мы просто вынуждены находиться в суде вот этих навязчивых слов, которые мы вынуждены слышать. Или там, скажем, лают собаки на улице. Это тоже не всегда приятно, когда они все время лают и лают. Но и навязчивые мысли это тоже как лай. Это тоже как некий посторонний звук, который нам навязывается, который к нам никак не относится. Вот хорошо именно так относиться ко всему навязчивому. И мы постепенно освободимся от их действия. Дело в том, что навязчивости трогают наше сердце через внимание к ним. Внимание – это некий мостик, от мысли к сердцу. Так говорят святые отцы. Если мы уберем внимание, тогда мысли потеряют свою силу. И мысли потеряют свою злокачественную природу. И они не будут так действовать на наше сердце. Они не будут пугать. Они не могут уже смущать. Они не будут, не будут побуждать к чему-то злому, плохому, дурному, что они в себе несут у нас пропадет всякий страх. И постепенно навязчивости рассеется, как некий дым, который рассеивается постепенно в воздухе. И вот, собственно говоря, вообще всякие греховные мысли, они зачастую тоже бывают как навязчивости. Иногда дьявол стреляет стрелами этих греховных мыслей. И чтобы избавиться от них, конечно, требуется молитва. Безусловно, без молитвы никак нельзя победить навязчивые мысли, которые от дьявола. Конечно, требуется и духовное внимание, чтобы мы понимали, где зло, где добро. Что нас смущает, то не от Бога, то от дьявола совершенно точно. Но добавим к этому еще индифферентное отношение к этим мыслям, помимо всего прочего. То есть как можно меньше внимания в том плане, чтобы не разбирать их, чтобы не общаться с ними, чтобы не отвечать на них, чтобы не вступать с ними в никакие диалоги. И тогда навязчивые мысли с помощью Божией, безусловно, с помощью молитвы, а без молитвы никак нельзя преодолеть вражеские искушения, они будут побеждены. И, собственно говоря, духовная жизнь – это жизнь, которая происходит в нашей ментальной сфере, в том числе. Это наше правильное отношение к мыслям. И вот мы даже читаем притча Соломонова. И там есть такие слова. «Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их, ну или, можно сказать, побеждает их». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.